еще раз убедилась в том, что национальный проект культуры дает беспрецедентные возможности нашим сельским учреждениям культуры привести себя в порядок. Вот посмотрите, какое красивейшее здание находится в этом поселении, и нам комплексно удалось решить все вопросы, используя средства национального проекта культуры, используя средства непосредственно поселения и Камчатского края. Мы смогли комплексно сделать ремонт этого замечательного, прекрасного дома культуры. Абсолютно уверена, что никого не оставит он, жителей не оставит равнодушным. Абсолютно уверена, что здесь будут множиться различные кружки и клубные формирования. Абсолютно уверена, что сюда с удовольствием будут ходить семьями, каждый найдет себе здесь занятие по душе. И вот когда мы смотрели замечательный уже отремонтированный концертный зал, я предложила поучаствовать коллегам в проекте фонда кино по созданию кинозалов, современных кинозалов. Я думаю, что это будет еще один такой подарок для всех сельчан.